Начнем. Съемка идет, звук идет. Так что мы сегодня собрались в невероятном помещении, очень маленьком, но такова Россия. Начались выборы, начались предвыборные кампании, поэтому нас попросили вот сюда. И мы теперь всегда здесь. Неизвестно. Мы будем искать что-нибудь большое, что-нибудь такое импозантное, как это соответствовало бы нашему Союзу литераторов. Ну а пока хочется сказать, что всемирные дни поэзии начались. Всемирные поэтические молитвы идут везде и в разных уголках шара земного. И вот сегодня наша очередная ежегодная поэтическая молитва здесь, в Большом Черкасском переулке. Этот год необычный. Это год Италии и Испании в России, поэтому не случайно, как только я начала говорить об Испании и об Италии, вошла поэт Наталья Ванханен, одна из лучших переводчиков испанского. Она, оказывается, давно пришла, но это не имеет значения. Итак, мы с вами, собственно, давайте посмотрим, а что же такое означает вообще слово «Испания»? Кто мы и кто они? Ну, я, конечно, залезла в интернет, откуда еще брать информацию. И оказывается, можно перевести «Испания» как «мохнатый и косматый». Это прозвище варваров, как это ни странно. И еще когда-то, очень давно, еще в Римской империи выпущена была монета с изображением женщины с кроликом у ног. Год кролика, год Испании. Так что или это страна кроликов. Но есть еще одна интересная такая история. Дело в том, что в Грузии на побережье Черного моря есть местечко под названием Испания. И есть такая гипотеза о том, что баски, древние жители Испании, родственники грузин. Так что здесь вот все события, о которых мы с вами сразу моментально можем вспомнить, они совсем не случайны. Это немножко об Испании. Теперь мы добрались с вами до Италии. Что же означает это слово? Точно неизвестно, как всегда. И вот один из переводов – это «страна телят». Бык был символом народов, населявших юг Италии, и часто изображался бодающим римскую волчицу. Вот таким образом мы с вами немножко познакомились с теми странами с Италии и Испании, год которых отмечается в России. И хотелось бы мне, чтобы у нас сегодня с небольшим сообщением выступил Федор Вадимович Шелов-Ковидяев. Что же вот такое поэт в Римской империи? Спасибо. Здесь можно? А давайте я вам уступлю свое местечко, а я сяду вот как раз рядом с... Стоя. А вас не видно. Не видно? Да, с Игорем Бордоновым с удовольствием посижу рядышком. Нет, это плохо. Ну, во-первых, маленький комментарий к тому, что вот мы сейчас услышали, потому что я по образованию своему и по половине своей жизни... Как у меня было записано в дипломе, наверное, только у выпускников моего отделения такое было записано. Было записано «классик». Вот, потому что я заканчивал отделение классической филологии, древнегреческие и латинские языки. Вот. По-видимому, название Италии происходит от того же корня, что и жизнь. По латыни «вита», потому что в древнейших надписях, еще даже не римских и даже не латинских, а латинян, которые населяли среднюю часть Апеннинского полуострова, страна называлась «Виталия». «Виталия», то есть вот ну, такой лабиальный такой звук «в», который потом упал. Да. Виталий, да, то есть там место, где можно жить, короче, да? Жизняне такая. Да, да. Вот, а Испания, опять же, в древности называлась Иберия, да, по имени народа иберов, которые населяли этот полуостров. Что касается о поэзии, о поэтах, то начать мне представляется логичным скорее с Греции.
Потому что, конечно, римские поэты, и они это не скрывали, они учились у греков. И, собственно, первые латинские, римские поэты были по происхождению греками, рабами, отпущенными на волю или выкупившимися из рабства. Ну, Плафт знаменитый, да, известно, что он был пленником, рабом, потом был отпущен на волю своим хозяином. А так вот, само происхождение слова «поэт», откуда оно? Да, мы знаем, что как синоним этого слова Пушкин, в частности, часто упоминал, употреблял слово «пиит». «Пиит». Почему «пиит»? А, собственно, и в современном греческом языке «поэт» звучит «пиитис». «Пиитис». Почему так произошло? В позднее античное время и в раннее средневековье древнегреческий язык, превращаясь в среднегреческий, прошел такую метаморфозу фонетическую, которая получила название итацизм. То есть все дифтонги, которые имели в своем составе звук «и», «йоту» при написании, превратились в «и». Да, то есть там и только один дифтонг, который звучал как «ай», превратился в «э». Да? А все остальные «эй», «ой» и все остальные превратились, перешли просто в «и». С другой стороны, звук открытый, звук длинный, долгий звук «э» перешел тоже в «и», то есть который на графике обозначался буквой «это», и это превратилось в «иту». И таким образом слово «поетес» превратилось в «пиетис». Слово «поэтес» вообще интересно тем, что оно происходит от глагола «поев» – «делать». То есть вот среди всех занятий человеческих греки выделили только одно, а именно поэзию, для того, чтобы называть ее «дело». То есть поэт – это делатель, творец, да? Как можно по-другому, да, перевести это слово. Но вообще глагол «поев» обозначает такое... обычный такой тяжелый труд, ничего там, никакого творения, как бы, этот глагол в себе не предполагает. Да? То есть вот это вот делатель, поэт как делатель. Почему такое отношение к поэзии, к поэту вообще было в Древней Греции? Ну, мы все знаем, что поэзия действительно занимала особое место в жизни грека, что изначально вообще все формы не только литературного, а вообще некого информационного содержания излагались в поэтической форме. И таким образом память народа, с одной стороны, с другой стороны, то, что позволяло этому народу отдохнуть и перенести некоторые переживания, которые делало его лучше, было выражено в поэтической форме. Да? Ну, мы знаем идущую от Аристотеля теорию катарсиса, да, то есть очищение, очищение, которое дает в данном случае то, о чем писал Аристотель, это созерцание и прослушивание спектаклей театральных. Да, все театральные пьесы тоже писались стихотворным размером, как мы помним. И таким образом вот это как бы отвлечение человека от тяжелого повседневного труда, там неважно, сельскохозяйственного или какого-нибудь другого, в том числе и политического, считалось, в общем, главным. Да? То есть вот человек как бы становился человеческим человеком, слушая поэтический текст. В этом как бы был смысл, один из смыслов великой греческой культуры, которая, собственно, лежит в основе всей европейской культуры. А при этом поэзия, она была, ну, весьма далека от того, что мы себе представляем в виде поэзии, ну, начиная там с нового времени. Да, потому что если мы читаем поэзию Ронсара или его современников, то это, в общем, довольно близко к античному варианту. То есть поэт древнегреческий, потом древнеримский,
был стеснен в самовыражении, скажем так. Да? То есть слушателя априорно не очень интересовали его индивидуальные переживания. То есть вот лирический герой в древнегреческой, в древнеримской поэзии присутствовал в значительно меньшей степени, чем это вот стало возникать в европейской поэзии. Трубка там была. Или чем это существовало, скажем, в арабской поэзии, там, средневековой, да? То есть, затрагивая какой-то сюжет, поэт был призван, скажем так, раскрывать его, исходя из традиции, которая была до него. То есть, если он описывал цветок, то он должен был выстроить череду аллюзий, которая бы показывала, чем этот цвет вообще отличается от других, почему он имеет такую ценность для него в данный момент, как этот цвет воспринимался другими, кто писал до него. Без цитат имен, конечно, да, но тем не менее, как бы вполне ясная аллюзия на предшествующую традицию должна была быть. В этом смысле, кстати, если говорить о древнеримской поэзии, то очень показательно такое произведение Овидия, как «Арс Аманди», которое раньше переводили как «Искусство любви», а теперь как «Наука любви», именно исходя из того, что это, в общем, трактат. Это, в общем, действительно научный трактат, который показывает, как общество древнеримское, не только на тот момент, но и задолго до этого, относилось к данному предмету. Вообще греки, в отличие от римлян, народ был значительно менее организован, да, в смысле построения, так вот, по десяткам, сотням там, и тысячам. Да. А поэтому греки довольно ловко вывертывались из этой ситуации. И все-таки, вот, несмотря на такие достаточно твердые рамки, много чего умели себе позволять. В частности, потому что в древнегреческой поэзии огромную роль играли междометия. Вообще, если взять стихотворную строку, скажем, Гомера, то процентов 30 каждой строки занимают междометия, которые не только мы многогрешные, но и те, кто пришествовали нам тысячи за две до вот сегодняшнего дня, уже не умели во всех деталях понимать. То есть вот при помощи оттенков смыслов, которые передавали эти междометия, значит, передавались вот эти вот движения души самого, собственно, стихотворца. И не менее удачно всем этим пользовались, естественно, и более поздние поэты, писавшие в других жанрах и другими размерами, не только гекзаметр. А вот римляне, как, повторяю, народ более строго выстроенный, да, он, собственно, до знакомства с греческой культурой никакими поэтическими талантами себя не проявил. Ну, вообще известно, что если греки дали миру искусство и понятие конкуренции, которое в Греции называлось агон, состязание, да, состязание, начиная со спортивного и заканчивая не только экономическим, но и театральным, потому что театр... Золотое сечение, гармония. Ну да. Ну, все. Непостроение. Да. Прочитывание до сих пор. Все. Но это все искусство. Да, кстати, искусство назывались в Греции словом техне. То есть, скажем, историк, и история называлась хисторике техне. То есть, исторические, вот, ремесло и искусство называлось одним и тем же словом. В отличие вот от поэта, который назывался делателем, деятелем, собственно, да? То есть все остальное, как бы, неважно, там, лепка горшков и, там, не знаю, Парфенон, все это было техне. То есть вот то, что потом вылилось в слово техника. Да, так вот, у римлян сложилось, вот, в качестве рецепции восприятия вот этого греческого канона, такое явление, как поэта доктус. То есть ученый поэт. Ну, в качестве иллюстрации того, что такое есть ученый поэт, можно вспомнить нашего
Вячеслава Ивановна. Брюсов. Брюсов это эпигон по сравнению с Вячеславом Ивановым. Да? Вот, то есть он такой, в общем, довольно развязный ученик, я могу сказать так. Вот. Не нынешнего, естественно, Вячеслава Иванова, не Кома Иванова, а вот того, который жил в конце 19-го, начале 20 века. Вот если почитать его произведение, то это вот именно выстраивание вот этих вот рядов аллюзий, но скорее не по древнегреческому типу, а именно по древнеримскому. То есть поэта доктус, то есть он должен был, опять же раскрывая тему, ссылаться на, показать традицию древнеримскую, показать, как бы откуда он вырастает, то есть вот чтобы был каждому читателю, каждому слушателю, вернее, да, потому что ведь древняя античная культура вообще, древнегреческая и древнеримская культура, это культура акустическая, да, то есть это культура слушателей, не сколько читателей, сколько слушателей, потому что когда мы, скажем, видим какие-то фрески и вазы, на вазописи видим, каким образом происходит освоение материала любого, да, мы видим человека со свитком, который читает, и ему внимает аудитория. То есть это была такая мономаническая культура, и люди действительно основной объем информации, необходимой в жизни, держали в голове. То есть читали не так много, то есть вот индивидуально читали не так много. Библиотеки были довольно все-таки редким явлением, хотя и не уникальным. В основном, конечно, главную ценность составляли публичные библиотеки, об этом заботился каждый город, каждый полис, каждая муниципия римская, да, чтобы была публичная библиотека, чтобы люди могли приходить и там, скажем, слушать или чтецов, или брать. Частные библиотеки были все-таки привилегии очень немного. В силу дороговизны материала, дороговизны изготовления, собственно, текста, потому что это требовало большого труда. Так вот, поэта доктус, да, вот он был поставлен в Риме в еще более жесткие рамки, чем в Греции. И отсюда, собственно, вот этот вот феномен колоссальной информативности каждого поэтического текста, в том числе в Древнем Риме. Потому что, ну, рассказывая о каких-то там, даже там, я не знаю, о том, что человек видит, условно говоря, из своего окна или путешествуя или просто прогуливаясь, да, мы тут же получаем массу информации о религии, о там, я не знаю, нимфах, о том, что связано с этим местом, мимо которого человек проходит, значит, кто там из божеств местных в каких-то взаимоотношениях между собой состоял, где здесь люди занимаются какими делами там, и так далее, и так далее. То есть вот очень такой вот плотный текст получается. И в общем с этим мы и заканчиваем античную эпоху, потому что эта традиция сохранялась до самого конца. Ну а дальше она сменяется, как вы прекрасно знаете, эпосом уже германских народов. Ну и дальше начинается уже совсем другая история. Вот, собственно. Очень интересно. Скажите, а мифы писались в поэтической форме? Передавались в поэтической форме, конечно. Конечно, все древнейшие записи мифов, там, где они сохранились, они в поэтической форме даются. Да. Просто большинство мифов у нас до нас дошло в пересказах. В пересказах уже прозаически. А как вот грамотность была охвачена населением? Ну как, поголовно, свободное население, все было грамотно. Нет, ну это и в Греции, и в Риме. Римские граждане. Интересно, да. А ну вот простые крестьяне, я имею в виду, да? Ну, были грамотные. Вот, тоже грамотные. Ну, конечно. Как это... А где же они учились там? Школы? А школы были, да, полно школ было. Что интересно, вы правильно сказали, вначале вы пропустили, что подобие какой-то науки, и в главе стоял вот именно поэт. Ну, то есть они были очень предметные. Вот я не очень этим увлекался, но тем не менее какой-то момент проходил.
то ли Сафо, что ли, подкрепившись, просто я увлекался когда-то вот всякими огородицами, травами, там из Сафо, подкрепившись огуречной травой, я всегда шагаю смело. Это меня просто смешило. Но это информация, тем не менее. Да-да-да. То есть они, вот вы говорите, а там раскрывается. Наверное, ну, книги по этому, по биологии еще не были. Ну, да. Но уже в стихах у них были. То есть это... Да-да-да. То есть поэты были энциклопедистами, да, на самом деле. Да, первыми энциклопедистами. Делателями, не врачевателями. Да, да, ко всему, да, прочему. Да, и медицинские тоже. Души билет. Встречаются. Там можно приходить. Ну что ж, я поблагодарю Федора Владимировича. Интереснейший доклад, и мы это можем и увидеть, и почитать в интернете. Мы с вами знаем живое ТВ, живые передачи, Союз литераторов России и сегодняшнее число. А поднимите руки, кто посмотрел Новый год. Можно еще раз назвать фамилию докладчика? Вот. Шелов. Тире Ковидяев Федор Вадимович. Очень классик. Да, классик, просто классик. Ну что ж, начнем читать. Я предлагаю начать с Тесельчука. Ну, поскольку год Италии, год Испании, у него есть стихотворение, которое имеет отношение к великому живописцу Гои. С него мы и начнем. По картине, но гадание на чучеле. Гадают девочки. Подбрасывают чучело на полотне у межи. Взялись за края, перешучивается. Мария, крепче держи. А Марии страшно. Чучело накрашено, набито соломой. Соломенный жених уведет. Кого из них? Девочки гадают, смеются, приседают. Чучело, чучело, Марию замучило. Ну что ж, мы просили прислать стихи нам, да, мы будем это все публиковать. Большие стихи, там типа поэмы и такие присылали, мы опубликуем в интернет-версии газеты «Мол». А вот те, которые небольшие, мы сегодня и прочитаем. Если кто-то хочет почитать поэму, то, боже упаси, давайте договоримся, что будет фрагмент из поэмы, потому что нас много и сейчас еще будут приходить. И одним из первых прислал нам свои стихи Игорь Бурдонов. По бумажке? По книжке? Вот они, академики-то какие. Да, в академик пошел, да. Крутой. Скорее всего, природа. У меня такой только, вот, честно говоря, про Италию, только один стишок. А ты можешь в камере придумать, иди вот давай стол, подними. Чтобы никто не прошел. Подальше. Это такой итальянский сонет. Где-то под небом Италии есть город, которого нет, ни улиц, ни стен и так далее, один только воздух и свет. Великие здесь не бывали, ни шпага, ни меч, ни стилет, художники не рисовали, и Данте не трогал сонет. Я мог бы здесь жить на природе, рассвет италийский встречать, фонтан провести в огороде, забор крепостной починять. И хоть не великий я вроде, но тоже мог кем-нибудь стать. Игорь Бурдонов. Вслед за Игорем Бурдоновым, как обычно, в сроки укладываясь, прислала свои стихи Инна Риховская. Инна, а можно вот сюда, прямо к цветам выходить? Так, да? Венеция. В жемчужном мареве Венеция встает, из сонных вод лагуны полуденной, или мерещится, и все наоборот, уходит в воду город обреченный. Здесь праздник жизни с умиранием наравне являют суть волшебного миракля. Помимо воли, в яви и во сне ты вовлечен в движение спектакля. И кажется, вот-вот мостов изгиб тугой
в зеленой мгле, как в прошлом обозначен, вновь зазвенит под легкою ногой Венециана к Тициана и Карпаччо. То к времени под сводом золотым базилики, под сенью лапы львиной, оно скользит гондолой в сизый дым, взрезая вечность клювом лебединой. Так зримо живы каждый миг и шаг минувшего движения и приметы, итоги дожей стройным пурпуром шуршат по камням выщербленным до рассвета. Дух карнавала, маски, игры, дух Сиренисимы, светлейшей и великой, ее рассвета золотой поры. В неспешном плеске жизни многоликой бессмертным мастерам распахнута душа, сгорая на костре неугасимой жажды, ей этим горним воздухом дышать не суждено присытиться однажды. И музыка каналов и дворцов, сливаясь в ритме с музыкой полотен, веревок бельевых и простынь парусов, здесь стали мясом жизни, ее плотью. Блуждая все эти улочки, брести, входя в соборы, стрельчатые арки, взлетая на мосты, и знать, что все пути ведут всегда к блистательной Сан-Марко. Там шире гулкой бронзы перезвон, и сдали сизо-голубой в реальность возвращая, где дочь моя с улыбкою Мадон тихонько сына на руках качает. Елена Риховская, после этой красоты и восторга хочется послушать Дмитрия Курилова, который прислал нам несколько стихотворений, и надо сказать, что некоторые из них на ночь даже лучше не читать, не рекомендуется. Дмитрий Курилов. А можно я не вырезаю? Можно представить, я не знаю, Артем, как а это же будет клип. Ну, пришел, вы решили сказать к нам, рассказать обе. Ну, присядь на стол. Но это на самом деле переложение там нескольких страничек, я уже не помню, то ли из Плутарха, то ли из Светония. По-моему, мне Светоний больше нравился. С кем-то из них ты сидел, да? Да, с ним сидел, изучал. Такая история Лукула в пир. Ну, поскольку Италия, Испания, да, мы начали с Греции, с Древнего Рима, да. Какие бы песенки искусствовед не пел нам про век золотой, я знаю, он свит был из маленьких бед, и полит был кровью густой. Гостей созывает радушный Лукул, затейник лукавых забав. В отставку проконсул идет, как в загул, досаду попойкой поправ. Завален заморскими яствами стол, хозяин попочует всех. Засеян кинжалами, вымытый пол, и лезвия тянутся вверх. Гостям улыбаясь светло и легко, с румянцем на смуглых щеках, сирийские девочки в тонком трико танцуют на тонких руках. И зрители с жирным бекасом во рту толкаются, лезут вперед и ставят большие заклады за ту, которая не упадет. А танцы детей все быстрее и быстрее, а ставки растут и растут, бросают патриции взгляды зверей и вина хорошие пьют. Одна уже высунула язык, в ладонях неверная дрожь, и вот раздается отчаянный крик, и падает тело на нож. Забава окончена, труп отнесут, подружка сотрет алый след. В награду за труд получит сосуд чеканных имперских монет. Роскошное страсти таит Колизей, и Цезаря поступ тверда. Но римское общество кровью детей запачкано навсегда. Вот так вот еще и с моралью, в общем, абсолютно не свойственной Дмитрию Курилову, но вот в этом стихотворении она есть. Ну и хочется, чтобы и Татьяна Кайсарова почитала, у нее много, об Италии. Одно, конечно, ну какая, размечталась.
Я посмотрела умоляющими глазами, Татьяна знает, почему. Я бы очень хотела, чтобы ты прочитала. Она напечатана в газете. Чего я не читаю? Давай, друг. Можно ей вставать, можно ей сделать. Можно читать. Можно читать. А что надо? Не дай туда, потому что, знаете, ты не будешь. Да, у нас времени не так много, поэтому ладно, имеет смысл, да, как бы не растягивая. Можно начинать, да? Да. Мелькнет по востоку спелая звезда, и будет сниться быль и небылица, и замелькают в темном оке птицы гирлянды фонарей и города. Вбирая темный мед твоих ночей, Италия, усну на побережье. Песок остывший, шелковый, ничей, стал только мой, и потому так нежен. И пусть кому-то снятся январи, пустые, пустынные дворы, где снег хозяин. Италия, замри и отвори мне выходы в миры твоих окраин. Взметнулась птица, то моя судьба внезапно приняла ее обличье из берегов другого бытия, о чем-то вдруг окликнула. По птичьей, поведала по птичьей, о том, что будешь ты, и твой приход подарит счастье и разбудит слово. И итальянской ночью звездный мед уже для нас двоих прольется снова. Татьяна Кайсарова. Иосиф Рабинович. Иосиф Исаакович, вам удалось уйти из больницы на время? Нет. Навсегда? Временно, совсем за ненадобность. Ну, правильно, хулиганили, наверное. Выпивали. Нет. Закуски. Ну, позвольте мне немножко, как бы сказать, снизить градус. Значит, я никогда не бывал ни в Италии, ни в Испании. Хотя не теряю надежды в этом году в Испании побывать. Мы должны отправиться наша экспедиция в Атлантику. Экспедиции нет еще по старинному вопросу Высоцкого, где деньги и земли. А провожальную я уже написал на всякий случай. Это стихотворение называется «Донна Анна» и посвящено всем женщинам, которые ждали нас, ждут и будут ждать. Колокольный звон над собором, над святой непорочной Анной, как недолгие же были сборы уходящих в синий океана. И растаяв в туманных далях парусов упруги и груди, нам туда, где еще не бывали, никогда не бывали люди, где земля, как в сказке, богата, где ацтеков смертельные стрелы, уходила вперед к закату моя крепкая каравелла, а во след с портового причала так прекрасно и так желанно мне платочком во след махала моя грешная Донна Анна. Провожала целую бесчетно, что хмельнее всех вин шампанских, словно знала, не всем повезет нам к берегам возвратиться испанским. А сегодня уйдем мы с Малерки, дизеля про свое залопочут, и как прежде на пирсе горько плачет Аннушка свой платочек. По-иному ходим в моря мы, и не надо былой отваги, хоть и нынче ищут упрямо приключений морские бродяги. Ну не плачь, не грусти, Анюта, я сужу по точным приметам, мы придем через 20 суток, ведь на большие денег-то нет. А вот Потап Молотов, есть ли что-нибудь такое? Есть не по Италии, не мое. Но есть. 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 У меня сынок мой 9-летний вот, издал книжку про попугая Гошу. И вот я хочу ее вам почитать. Там произведений много, но они настолько короткие, что я думаю, мы все их почитаем чуть-чуть. Наш дом попугай, зовут его Гоша Волнист. И вот мой сынок, значит, первый называется Гоша Гоша. Гоша Гоша, птица перелетная. Ты летишь, и солнышко летит. Крылом бархатистым солнышко задел. Все летишь ты солнышком домой. Второе. Облака. Зелененький ты летаешь в облаках своих. Летишь, летишь, и вдруг упал. Следующее. Красота. В перьях золотых летишь, и чувствуешь вкус красоты. Следующее. В перьях. Вот это моя любимая. Горшочек с семечками держишь в лапах. В клюве ананас, в перьях красоту. Еще раз.
горшочек с семечками держишь в лапах, в клюве ананас, в перьях красоту. Еще парочку, такое страшное произведение, я не очень понимаю его мотивы написания, но, по-моему, там был спор из-за стакана с коктейлем детским. Коктейль называется. Спор сына с попугаем. Зеленый коктейль с ненасытностью пьешь, сегодняшний день ты коктейлем убьешь. И последнее, ротик, это последнее произведение, ротик. Ротик клювастый, ротик ужасный, и день, и ночь твердишь «Чи!». Спасибо. Потом, а кто поэт? Имя, фамилия? Игорь Харитонов. Игорь Кириллович. Игорь Харитонов. Первое чтение сегодня, да. Уже были. Нет, только домашнее. Первое. Да, премьера, да. И презентация, да, книги. В котором он сам сделал дизайн тоже. Замечательно. Поздравляем юного поэта. Надеемся, мы его еще увидим на наших чтениях через какое-то время. А мне хочется, чтобы почитала Наталья Рожкова. Сейчас минуточку. Мне нужно обзорить, да? Вот такой стишок называется «Поднося кубу средиземноморскую раковину». Поднося кубу средиземноморскую раковину. В ней не просто шумит прибой, шепчет галька, убегающая вместе с волной, отдаленно обрывками карнавала грохот и фламенко безудержный топот. Теплый песок скрипит, как тихое пение, и чувствую легкое прикосновение твоей руки, пахнущей солнцем, на берегу, где не быть никогда. И слышно спешит привычно вода из пасти каменных львов и безответный крик о помощи среди наших снегов. А далее наш вечер и будет продолжать Наталья Рожкова, ведущая. Можно сидеть? Можно сидеть. Вы знаете, я когда тут вот проходила мимо Старопанского переулка, вспомнила, что там располагалось издательство, и мы работали над антологией поэзии прозы дальнего зарубежья. Я познакомилась с интересной женщиной, ну, русской такой итальянкой, Оливия Сканто, прозаик. У нее очень интересная есть работа о последних днях Виталии, дочери Достоевского. Вот, и действительно, вот так вот мы познакомились и дружили. Другая такая вот русская итальянка из моих знакомых, это маленькая девочка, которую я помню совсем еще ребенком. А сейчас это поэтесса русская, живущая в Италии, это Лилия Виноградова, цикл песен на стихи, которые на итальянском, кстати, языке исполняет Дмитрий Хворостовский. Но есть еще вот в Союзе литераторов очень дорогая моему сердцу русская испанка. Это Наталья Ванхана. Переводчик, поэт, лауреат такого количества премий, Наталья, я даже... Нет, это совсем не такого. Ну, что-то там у тебя и на социальной граждане. На кавалер ордена. Наташа, вот какого ордена кавалер? Габриэла Мистраль. И Папа Римский вручал, да? Нет, не Папа Римский, президент только чилийский. Очень скромно. Вы знаете, я просто не знаю, как нужно. Вот я думала, что... Я довольно много всего захватила, но мы понемногу получится много. Да? Значит, вот в этой книжечке, вот тут я принесла, у кого нет ее, может быть, у многих есть. У нас нет. Тут одни, правда, тут одни только испанские стихи, тут нет других. Не смотрите на обложку, она так была издана. Конечно. Вот, я принесла побольше, я просто не представляла. Так, сейчас, минуточку. Вот. Ну вот, собственно... Как познакомиться? Значит, а сегодня, когда я сюда шла, раздался звонок в мобильнике у меня. Значит, позвонил человек, сказал, что только что, вот буквально, жалко, что вчера мне об этом не позвонили, вышла книжка, которая называется «Испания в русской поэзии 20 века». Вот, книжка очень... Не толстая, да, 20-го. Она очень толстая, там, скажем, 600 страниц, что-то такое. Ну, в общем, я там тоже представлена, в этой книге. Вот. Но я не знаю, я могла бы вам прочесть, скажем, какой-нибудь перевод, вот я захватила Лорку, чтобы, ну, которого уже все знают, да, на а самый, еще? Самый наш известный. Вот, могла бы еще прочесть просто свои стихи об Испании, но вы можете их прочесть... Нет, ну, свои стихотворения, об Испании, да? Давайте, я какой-нибудь вам прочту свою. Наших просто так не проведешь, Наташа. Хорошо. Так, одно, да? Так, можно тогда? Я возьму сейчас, я отдам. Ну, есть и другие. Это не, совсем не все, которые есть. Сейчас. Вот стихотворение называется
городок. Это такой город Тарасона под Сарагосой. Я, наверное, его когда-нибудь читала, может быть. Значит, я в нем прожила довольно долго и стала такой почетной жительницей Тарасона. Вот. И вот о нем стихотворение, об этом маленьком, в общем, но очень древнем городке. Городок. Тугие антенны на крыше и плющ у садовых ворот. В каштанах летучие мыши замедлили рваный полет. Сто ласточек выяло стены, а будто совсем ни при чем. И башня Святой Магдалены подсвечена снизу лучом. Живут здесь богатые люди, и бедные тоже живут, и тоже мечтают о чуде, и вниз по течению плывут. Здесь тоже гадают и просят, и в колокол медный звоня святую блудницу проносят по случаю светлого дня. Здесь стороны той же медали, что вешают всюду на грудь, и в бывшем еврейском квартале всего каменистее путь. И плещет вода в отдаленье, в фонтане из каменных блюд, щербатую чашу терпенья потертые ослики пьют. И думает путник захожий, взгляну и пройду стороной, а если я странник, то все же не больше, чем всякий иной. Перевод не читайте. Запомнилось мне стихотворение о Виталии Владимира Новикова. Вот я помню, вы как прочитали. Там целый цикл существует. Ну, я много там писал, Наталья. А прочитайте любимое? Только одно. И лучше, если честно говоря, я затрудняюсь, потому что это самое, много стихов. А вы первое, которое вам попалось на глаза, прочитаете? Первое, да. Ну, стихотворение называется «Колероя». Это была такая знаменитая красавица. Я как-то, проходя мимо свалки, нашел книжку академического издания, такое, кто-то выкидывал книжки. Там как раз вот эта Колероя, и она действительно жила где-то за 500 лет до нашей эры, если так верить. И книжка сама была написана еще до Библии, так сказать. Но роман читается просто великолепно. Значит, вот если убрать, конечно, там, ну, понятные длинноты некоторые, то это современный такой супер-боевик, который совершенно потрясающе на одном дыхании, так сказать, читается от корки до корки. И чему я удивился, это 2500 лет назад написали такую вещательную книгу. Это, наверное, предшественник всех, так сказать, мистических книг. И вот я настолько вдохновился, что я как мимо не мог пройти, написал такое небольшое стихотворение. Называется «Колероя». Как гулки здесь шаги и мысли среди прославленных руин, где, кажется, вокруг зависли прозрачных тысячи картин. Значение черепков различных вам объяснит любезный гид. И над историей античной как будто ветер просквозит. И вот уже плывут триеры, спешат послы за синий лес, и от Эллады до Шумеров летит волнующая весть, что красотой с богиней споря, как бы сошедшая с небес, дочь Гермократа Колероя да покоряла все окрест. И меркли варвары и греки, не в силах отвести свой взгляд, когда с любимым снова встретишь, стояла ты у царских врат. Давно ушли туристов толпы, висит лимонная луна, а я стою мечтой полной и пьян совсем нет вина. Смотрю на звезды и на мрамор в своем 2000 году среди развалин древних храмов ее шаги напрасно зву. Наталья Евгеньевна, вы поверили, что
Владимир Новиков проходил мимо свалки. Я думаю, что мы помним, как советская интеллигенция специально ходила на свалки. И уж просто так книжечку, которая до Библии была издана, не найдешь. Случайно. Сейчас туда выбрасывают хорошие вещи. Гармошка выбрасывают должны. Специалисты вокруг. Так что не надо нам голову морочить, что мимо. Ни Полякова не выбрасывают, нету. Григорий Армянский, пожалуйста. Ну, сегодня такая тематическая, я думаю, не готов, не выхватил. Нет, ну не обязательно выехать. Мы как бы отдали, да, не тали. Да, вообще я нигде не был, дальше Покровских ворот не объезжал. Скрип железного вздрагивал. Поэтому, да нет, ну что, здесь сидеть можно. Я так... Выйди, говорят. Не видно будет. Гриша, выйди. Сюда вот? Или можно просто встать? Нет, нет, тут выйди прямо на... Господа поэты, не пререкайтесь. Я просто как не готов все читать, я все очень устал. Я же еще, кроме того, работаю, не только деньги несу. Да, да. Чуть-чуть подальше. Ну, ладно. Из книжки. Гриша, вернись. Ну, сюда вот, правильно встал? Хорошо. Утомлять не буду. Подальше, как можно. А то в кадр не влезает. Ну, ладно. Просто долго не буду. Ту весну пережил, но сумею ли эту? Боль узлами вяжи, боль награда поэту. Не спеши унывать, отлучись от разлуки. Не судьба ли права, коль берет на поруки? Не судьба ли важна правду встретить, как Бога? Вот приходит весна и открыта дорога. По одному читаем? А? По одному читаем. Это Алексей очень суровое. Это что, еще? Нет, мы читаем по одному. Обычно поэт... Пока все, да, все. Обычно всегда поэт хочет почитать побольше, а Гриша, наоборот, у нас отказывался, да? Так. Я никогда не отказывался. Так, Людмила Серова. Нет, лучше, наверное, читать не твои стихи, а стихотворение Рильке. Райнер Марии Рильке. Возле, ну, перевод. Наташа. Может быть, Наташа Ван. Наташа Ван. Я очень бы хотела, чтобы вы помогли. Вот. Я случайно вот в пластинке услышала эти стихи. Райнер Марии Рильке. А как я могу помочь вам? Но, может быть, вы знаете переводчика, кто перевел? Ну, к сожалению, я испанистка, не знаю, Рильке многие переводили, не смогу помочь. Может быть. Ага. Так. Мирная абы с башен звучит. Слушайся в шепот церковных кварталов. Дремлят дворцы у затихших каналов, Венеция спит. А сны все чужое уносят прочь. В темной воде отражение повисли. Только гондолы, как черные мысли, тревожат ночь. Спасибо. Господа, остроумные, остроумцы сидят и прячутся. Да, пожалуйста, Александр Петрович Сыров. Я бы отказался почитать вот это представление. Да. Позвольте, архитектуру. Вам видишь? Да, стихи о любви. Был традиционный, испанский. Для любви по-русски. Американская мешку с деньгами. От уикенда и до хэппи-энда. Испанская с опасными страстями, как саламандра или скалопендра. Немецкая обставлена солидно, вся в сантиментах бюргерских традиций. А шведская в ней втроем не стыдно. Китайская же, как способ расплодиться. Французская легка и безрассудна, английская, на первый взгляд, бесстрастна,
индийская в картинках Камасутры, а русская почти всегда несчастна, но хороша. И всем на загляденье. Такую в камне не мешало бы высечь. В ней черпают поэты вдохновение. И потому у нас их 300 336 человек. Так, Алла Козырева. А что происходит? Ну, испанская. Ну, если у вас такие массы. Старая есть испанская. А стихов нет, старкнула. Просто они не есть или нет? Испанская. А, ну проводку у меня старая есть. Ну, не обязательно. А, давайте новое. То, что сегодня. А? Прошлое с будущим спор завело. Я безопасна. Я была. Прошло. А от тебя неизвестно, что ждать. Только надежду умеешь рождать. Сны и надежды сжигают сердца и не сбываются до конца. Будущее промолчало в ответ. И если нет слов, и тебя будто нет. Необязательным кажешься ты. Только надежды, и сны, и мечты. Я помолчу, но в каком-то году я обязательно, люди, приду. Прошлого да оскудеет рука. Не раскрывайте бутоны пока. Так, Ирина Артемова. Артема Артамонова. Ирина Артамонова. Да. Вы отстали. Я не выйду. Вот здесь вот. Так замечательно, да? Да. Коротенькое такое вот весеннее. Вот цветка у меня коротенькая. Вот и сравнялся с ночью день, заулыбался старый пень, подставив солнышку макушку. А на березке у опушки протаял до земли снежок, и первый желтенький цветок расцвел решительно, скоропалительно, нежно и безмятежно. Оксана? Еще, да, еще пока только вошла, да, еще. Ацлават может одно стихотворение прочитать. Ацлават, вы пришли позже, только по одному мы сегодня читаем. Я понял, но мы будем рады вас слышать. Да. Из Калуги. Да, ну, в виде исключения, я поздравляю всех с Всемирным днем поэзии, таким вселенским, очень чистым праздником. Значит, и так как я все-таки прозаик, позвольте мне поделиться с вами еще своей радостью. У меня вышла новая книга, 11 по счету. На этот раз это очень масштабная киноэпопея. Значит, похоже по масштабу на ту киноэпопею советских времен освобождения, которую мы все видели, только на 130 лет глубже и на 600 километров западнее. То есть тут действие происходит от Урала до Парижа, и все три года войны, 1812, 13, 14, и о казаках, о башкирских, в первую очередь, потом о донских, об оренбургских, как они лихо воевали. И позвольте в такой радостный день родному союзу литераторов, значит, эту книгу подарить. Вот. Ну и... там с пожеланием всем нам добиться, чтобы такой, и она многосерийная киноэпопея, чтобы ее все-таки включили в заказ. Потому что там денег много надо на съемку. Ну, сами понимаете, от Урала до Парижа. Скинемся. Проехать даже просто стоит немало. Спасибо за внимание. Спасибо, Слава. Так, Ксения. Ксения, сколько мальчику тоже? Мальчику в Международный женский день 8 марта исполнилось ровно полгода. Поздравляю, Оксану, с малышом. Ну, поскольку озвучивали испанские и итальянские мотивы, у меня так международная такая, городская называется. Встретит нас Париж любовью, поцелует засос Берлин. Поведет только Рим разве бровью, Питер взглядом окинет своим. Голубями Венеция вздрогнет, черным дымом забьется Мадрид. Лошадями фонтан, прибоем,
Мир огромный, бурлит и бурлит. А кто еще у нас не читал? Да, кто у нас еще не читал? И есть ли желающие? Из тех, кто не читал, почитать. Федор не хочет. Нет, он сказал, что... А кто еще? Илья Пригожин. Да? Да? Знаете, это не хвалость с моей стороны, но я пишу продолжение Онегина. Позволю себе. Знаете, небольшое. Да, да. Нет, что вы, что вы, что вы. Знаете, Кремль сначала строил Аристотель в Фиераванте, потом Алоис Новый, потом Баженов была рядом, потом Одиссея. Я позволю себе. Действие происходит в 831 году. Стоял двор в глубине России, где оказывается Онегин по дороге из Москвы. Я прочел буквально 5 строф, написано строго онегинской строфой. На снег двора нападал вторник, сменив подробности утра. Вздох, оперся на подоконник. Над пеной взмыленного рта узда с двойными уделами. Дневную упряжь одевали ямские хлопоты людей над сменой пары лошадей. Четвертый вечер из Самары, скрипя местами ковыля, спешит верстами февраля полозья строганная пара. По снегу выпавшей страны след деревянной ширины. На тряском опыте дивана усталость хлопотного дня, халат с парчевой нирваной на узкой помощи ремня. Окошко пользовалось светом угла небесного сюжета, перемещался в чемодан овально-лунный балаган по стенке сбитой и ольховой. В немом обилие луны на бартике полустены тулуп увесисто-багровый. На длинном холоде болта андатровая теплота. Значение скорости полозьев на поросль верст поделено. Учение возраста колосьев укладывается в зерно. Манят ботаника и нектары, винят органику гектары. Средь колокольчиков дворов снуют мелодии коров. Внимает медленный Онегин утра подтаявшую хмель, земля, хватившая копель, настаивается на снеге и начинается страдой, и начиняется средой. Илья Пригожин. Мы уж хотели было заканчивать, и тут Наташа. Подошла Татьяна Пацаева. Татьяна, ты сегодня закончишь наши поэтические чтения. Да, ты как раз успела к концу. Давно мы тебя не видели. Да, какой регламент? Сколько? Одно стихотворение. Здесь душновато и тяжело. А что значит испания в Италии? Что значит испания в Италии? Все нормально, там никаких действий сил не было. То есть можно уже не об испании, не об Так, внимание, последний читающий, а дальше будем думать. Ну, я постараюсь покороче, раз я так опаздываю. Дело в том, что поэты обладают особым таким даром предвидения, да, у нас у всех ужасно развита интуиция. Вы представляете, что еще в начале 80-го года я уже догадалась, то есть в начале осени 10-го года я уже догадалась, что будет весна 11-го. Представляете? Вот такое у меня было предчувствие. Для чего работаем столько лет? Потому что, понимаете, иначе быть не может, так жизнь устроена, вот год поворачивает себя как плед то одной стороны, то другой, и также наша эмоциональная жизнь, то радость, то горе. Вот мы догадались, что после осени обязательно будет весна.
Творение так и называется «Изнанка весны». Серый бисер рассыпать по небесам, станет осень сей сумерки, как спам. Страсть и славу летних дней предвосхищать, игры в бисер вместо счастья предлагать. Станет души распрямлять и расслаблять, полосатым серым пледом укрывать, как изнанкой эндорфиновой весны, чтобы унялись мы спокойные часы. Стихи, которые сегодня прозвучали, были очень интересные, талантливые, очень разные. И вообще, вот действительно, Италия, вот Испания в миропонимании русского человека занимает какое-то особое место. То есть, ну, я не разбираюсь в этих вещах. Мы им, надеюсь, интересны, они нам. Вот, например, я читала, например, исследование итальянского литературоведа о эпиграммах Некрасова. Вот у нас уже Некрасов вообще забыт, по-моему, абсолютно. Они пишут на эту тему исследовательские работы. Вот я не знаю, есть ли, вот Владимир Иванович Новиков, как филолог, может быть, подскажет, есть ли какие-то работы о итальянских мотивах творчества Тургенева. Потому что, вы знаете, Серебряный век, это, конечно, прекрасно, но столько уже написано о Серебряном веке, что становится скучно. А ведь сколько вот действительно интересных есть тем, не раскрытых и не поднятых. И вот сегодня мне было интересно услышать, как чувствуют эти страны, эти народы, и ученые, и которые выступали вначале, и поэты, которые там бывали, и поэты, которые наоборот там никогда не были, как я. Вот, поэтому огромное всем спасибо, и это действительно было интересно очень. Спасибо.